в Евангелии от Иоанна есть такие слова Христа. «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а идущий во тьме не ведает, куда идет». А, на мой взгляд, забвение темных или черных страниц в истории жизни как человека, так и общества приводит в ситуацию жизни в темноте. И в этом смысле акция, которая состоится 30 октября, молитва памяти, это круг яркого света, света исторической правды, света поминовения жертв этого страшного времени и света надежды на то, что это время никогда не повторится.